Тверскую городскую думу посетили необычные гости. Это были не коллеги из других органов власти и не избиратели, пришедшие на депутатский прием. Коридоры и кабинеты муниципального парламента с интересом изучали воспитанники военно-спортивного клуба «Горностай». О цели их визита расскажем далее. Это здание на площади Ленина известно каждому тверичанину, но не каждый бывал здесь. Городская дума. Воспитанникам военно-спортивного клуба «Горностай» повезло. Они получили официальное приглашение, которое давно заслужили. Организованный в 2006 году отряд добился заметных успехов в своей работе. В частности, в возрождении всероссийского движения «Пост номер один». Основная цель – это подтянуть у детей физическую подготовку, научить их правильно маршировать, какие-то элементарные навыки обращения с оружием. И чтобы дети освоили правильное несение караульной службы в почетных местах, на воинских захоронениях, у обелиска Победы в нашем городе. Ребята здесь впервые, поэтому обязательной частью визита стала экскурсия. Дети узнали об истории Думы, о составе парламента, о том, какими документами руководствуются депутаты, о графике их работы. Нет графика, они работают, могут в 3 проснуться, могут в 4. Могут, если вызовут, то выходные вообще мало, и по праздникам тоже могут работать. Завершающим моментом визита стала встреча с председателем Гордумы Евгением Пичуевым и депутатом Алексеем Виноградовым. Евгений Пичуев рассказал о нормотворческой работе, о необходимости принимаемых Думой решений. Спикер отметил важность сегодняшнего дня, ведь в Москве с минуты на минуту должна была стартовать церемония инаугурации президента страны. У нас известный президент. Мы знаем, как он работает, что он делает и как он будет делать. Поэтому мы в этом не сомневаемся, что наше развитие будет только ускоряться. Это вот сейчас следующий этап в жизни нашей страны. На память о встрече Евгений Пичуев вручил юноармейцам монеты специального тиража «Тверь – город воинской славы». Лучшие воспитанники Горностая получили благодарственные письма муниципального парламента. На самом деле это их первая официальная награда, которую они честью заслужили, а главное, они долго к этому шли. Они действительно, ребята победили во многих соревнованиях, в частности, постов номер один, были неоднократными призерами межрегиональных соревнований, то есть они достойно работают как в городе, так и представляют город за его пределами. Как известно, молодежное военно-патриотическое движение в Твери активно развивается. В городе работает много отрядов, подобных Горностаю. Так что можно не сомневаться, такие благодарственные письма в стенах Думы получат еще немало юных тверичан.